Я честно вообще не ожидал такого. Вот я уже это сказал, впервые за все вот эти ролики страшные я испугался. Я реально испугался этого. Ребят, а вы знаете, что такое 25-й кадр? Определение Википедии говорит, что это некая сублимированная реклама, но проблема в том, то, что мозг и глаза человека способны воспринимать всего 24 кадра в секунду. Некоторые люди вообще считают, что это вымысел, потому что реально глаз человека способен воспринимать всего 24 кадра в секунду. И даже сам автор 25-го кадра сказал то, что результаты его исследований были им сфальсифицированы. А я в сегодняшнем ролике проверю это, возможно ли увидеть 25-й кадр. Я специально нашел два видео, в котором говорится, что там есть тот самый 25-й кадр. И посмотрим, смогу ли я его увидеть или нет. Вот я уже сижу за компом и готов смотреть видео с 25-м кадром. Нашел я видео с 25-м кадром, и вот тут написано: «Внимание! Это видео содержит материалы, которые могут нанести ущерб вашему психическому здоровью. Смотрите на свой собственный риск». Ну окей, я человек рисковый, так что поехали. Звук, конечно же. А давайте на максимум, чё бы и нет. Ну давайте, поехали. Жутковато. Ептить твою налево! Вот это реально было страшно! Я вообще впервые за все вот эти страшные ролики испугался! Я честно вообще не ожидал такого. Вот я уже это сказал, впервые за все вот эти ролики страшные я испугался. Я реально испугался, это было неожиданно. А, следующий ролик, поехали. У меня все тело в мурашках. Тут хотя бы не было ничего жуткого, но все равно я был в таком напряжении. У меня до сих пор все тело в мурашках, блин. Во время просмотра этих видео я не заметил 25-го кадра, но я заметил то, что у меня стало намного меньше нервов после первого видео. Это было что-то с чем-то. Учитывая, что время сейчас у нас 12 ночи. Yeah.
Ну-ка подпишись-ка на канал. Ага. Быстро подпишись-ка. Если ты на кнопку не нажал, нажми. Значит, ты пиписька. Лайк поставь и напиши коммент. Пожалуйста. Не один, а целых 100. Это будет твой абонемент. Йоу. Погали.